В настоящее время в крае наблюдается стабилизация гидрологической обстановки. Преимущественно происходит спад уровней воды, наиболее интенсивный на реках южных и западных районов. За сутки от воды освободились 404 жилых дома и 301 приусадебный участок. Восстановлено сообщение с 17 населенными пунктами. Всего более 5000 человек, 750 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. Спасатели МЧС России продолжают работать в наиболее пострадавших районах. Всего с нарастающим итогом просушено 130 домов. Откачана вода из подвалов 107 жилых домов. Инженерная техника Амурского спасательного центра помогает восстановить проезды. Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 600 человек и 332 единиц техники.